Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое, совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Начнем с чаев. Какие сладости лучше всего использовать вместе с чаем? А вот жена позаботилась, у меня оказалось, оказалось курага. Угощайтесь. Курага совсем другое дело, а Паскал? Курага совсем другое дело. Но ее слишком много нельзя. Почему? У некоторых просто-напросто одну-две ягодки усвоит организм, а на остальное быстренько бактерии набрасываются, начинают ее разлагать. Все в меру, да? Все в меру надо все-таки. И возникает, если у вас от употребления сухофруктов возникает газообразование в животе, это говорит о том, что вы просто-напросто переели. То, что вы могли, усвоили, да. А то, что не могли, начинают разлагать бактерии. А вкусно как? Ну это не, я не знаю, как остановиться, не напишу. Кстати, прекрасная тема. А как остановиться? Дело в том, что в сахаре, вот то, что было перечислено, там сушка, инжир и прочее, конфеты, не заложены природные регуляторы нашего аппетита, чувства насыщения. Нету. Организм к ним не был приспособлен эволюционно. А здесь же в природе все задумано так, чтобы одно подходило к другому и было и чувство насыщения и прочее. Съели, ну две съедите, вы попробуйте. И почувствуйте, она же в животе разбухает. Просто это надо сделать не торопясь, наверное. Да, создает объем, а объем именно в желудке говорит о том, что произошло чувство насыщения. Вы насытились. И кстати, мы когда говорили о шиповнике, прекрасный чай из шиповника, да, вот а шиповник как его? Вот у меня шиповник. Надо использовать. Во-во-во, отличный шиповничек. Да. Ну, сейчас не будем это понимать, что он заваривает отдельно в кипятке. Или даже, может быть, сначала в воде замочить, кто-то мне говорил. С шиповником поступаем следующим образом. Вот до этого как раз говорил, кислый вкус, да? Да. Кислый вкус, морщится. Да. Но летом мы пьем квас. Квас кислого вкуса. Кислый, да. Не сладкое, не еще что-то там такое, а именно квас. Оказывается, кислый вкус способствует задержке влаги в организме. И летом мы меньше потеем. А там вот только... От того, что кислое. Да? Да, именно кисло. Так вот, возвращаясь к шиповнику, а шиповник-то надо заваливать в стеклянном термосе, ну, в термосе со стеклянной колбой, на ночь. Берем горсточку, раз... На горсточку примерно 2 литра кипятка и ночь. За ночь он настаивается, потому что, как вы видите... А надо его раздавливать, вот как мне сказал один знакомый. В воде перед этим замачивать. Сейчас и перед этим разъясним. Ну ничего. Смотрите, какой плод оказывается у шиповника. Он сухой. Дело в том, чтобы экстракция произошла такого сухого, действительно он должен полежать
в кипятке, в воде более длительное время. И если его постараться быстро как-то использовать в течение дня, его, конечно, желательно замочить, а потом там раз, чим, и он быстрее. Но если мы с вами... На ночь заливаем кипятком. На ночь заливаем кипятком, за ночь он становится коричневого цвета, и все, что у него было, он отдает. Именно более за ночь. Что долго горячая вода там. Да, более того, я сразу не могу 2 литра выпить. Он у меня стоит дня 2, и я только качаю и пью. Великолепный напиток. И вот как раз теперь мы подошли к следующему интересному моменту. Можно использовать так, сушку еще. Ой. Сушеные яблоки. Дело в том, вот чем еще хороша вот эта вот сушечка и особенно яблоки. Хороша тем, что люди, которые хотят сбросить лишний вес, но не знают, как это сделать, пожалуйста, в прикуску с чаем ешьте яблоки. Можно, конечно, компот, но лучше все-таки в прикуску. Почему? Также сладость, но они высохли. Они начинают насасывать воду из организма. Ага. Как правило, у полных людей слишком много воды в организме. Ну, только раз, далее. Здесь также содержится, там и клетчатка содержится, и пектины содержатся. И здесь содержится обилие калия. Так вот, калий, который здесь есть, и здесь есть, в отличие от сахара, он будет способствовать выведению воды из организма и улучшает работу сердца. Водичка горяченькая? Ну, есть горячая. Да? В какую сторону? Надо туда влево. Моем яблочки. А, вы снимаете? Да. Моем яблочки. Так. Кстати, яблочки должны быть зимних сортов. Желательно наши. Они как раз сохраняют больше размеров. А все равно красные или зеленые? Лучше всего использовать зеленые и на вкус, чтобы они были для сока кисло-сладкие. Угу. Если они будут кисло-сладкие, сок получается великолепный. И сейчас мы как раз добавим такого продукта, как эту самую тыкву. И получится очень интересный сок. Здесь очень важно только соблюдать пропорцию. Чтобы тыквы было примерно 1/3, а яблочного сока 2/3. Точно так же можно использовать и морковку, давить. И получится хороший сок. Кстати, этот сок очень полезен детям, растущему организму. Почему? Потому что он обладает кроветворением. И если туда еще добавить свеклу, так, он будет уже обладать выраженными противоонкологическими свойствами. Знаешь почему? 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 Онкология стремится метастазы в кости. Угу. Как только они пошли в кости, говорят, все. Оказывается, организм человека, он строится с этого уровня, с костей. В костях, в костном мозге идет процесс кроветворения. И если кровь, значит, вырабатывается, то значит организм может полностью обновляться. Как только кроветворения нету, значит организм начинает чахнуть. Поэтому свекла каким образом воздействует? А свекла как раз способствует тому, что она особо содержит... Интересно, там этот железо такое активное, которое способствует кроветворению, да? Да, лучше всего. И в сочетании с яблочным соком это вообще бомба. У меня знакомая, генерала Нинель Ивановна, она за свою жизнь, 70 с лишним лет, в течение 50 лет сдавала кровь регулярно в течение 2 недель по пол-литра крови. Сдала больше всего крови, занесена в книгу рекордов Гиннесса. Это она сдала более 300 литров крови. И я ее сразу спросил, за счет чего она там все это делала. Компенсировать, да. Просто-напросто брала свеклу, разрезала ее на мелкие эти, ставила в четверть в холодильник и регулярно в течение дня ела
2 столовые ложечки свеклы, сырой. При этом натирала яблочко, чтобы вкусно было, морковки, капустки, там, яблочко, это, майонеза, маслица, и получилась великолепная вещь. Да, да, надо же, такой, вот, такой рекорд. Вот тебе и рекорд. Так. Тыква. Тыква. Тыква, кстати, огромное количество бета-каротина. Бета-каротин нужен нашей коже, нашим внутренним органам. Почему он нужен? Потому что здесь содержится витамин, вернее, провитамин А, который... Вот сюда близечко, если что там лишнее. Из которого вырабатывается витамин А, который нужен для того, чтобы наша кожа, слизистые оболочки чувствовали себя, вернее, были снабжены полноценно. И мы просто-напросто вот так, опа, нарезали раз, нарезали два, нарезали три. Ну, это как бы считается традиционно для зрения полезно и для роста, да? Вот, каротин. И для зрения, и для роста. Как морковка. Да, ну вот так ее вроде невкусно есть. Да, да. Но сейчас мы сделаем так, что ее будет есть вкусно и приятно. Итак, от винта. Да? Потрясающе, а там уже пошел сок, да? Да. То есть ваши занятия тяжелой атлетикой пригодились? Да. Ну что ж. И кстати, вы видите вот этот вот жмых. Да, жмых. Мы его выбрасываем. В детстве ели, сейчас выбрасываем. Вот этот жмых можно использовать в качестве маски природной косметики. А-а-а. И улучшать лицо, кожу лица на пяточки, чтобы пяточки... Просто намазывать, да, и да, и следующую программу, которую я буду делать, уже специально для женщин, она будет посвящена природной косметике. Вот, мы возьмем какую-нибудь женщину и намажем на нее, ей на лицо жмых. Да. Я буду держать руки, а Геннадий Петрович будет намазывать жмых. Я сейчас дам стаканы. И как раз наливайте. Сок надо пить сразу же. Видите, как сок. Он быстро окисляется. Разливайте уже тогда. Как? Ну, в общем, теперь мы за здоровье. Попробуем. За здоровье наших зрителей давайте выпьем. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Да. Ну как? Потрясающе. Так вот смотри, Коля, мы с тобой пили чай. Вода вроде полезная, но опять-таки с позиции воды теперь возьмем. Оказывается, каждое растение, как и мы, защищается против микробов и бактерий, вырабатывая особые вещества, которые находятся в воде, как в нашей крови находятся антитела, которые все это там подавляют, там, и лейкоциты. Так точно и здесь. И вода обладает уже как действует как антибиотик. Моркови, яблок, тыквы. А какой тыквенный хороший сок? Привкус, да, да. Вот. А вот эта вот пена там внизу? Пену можно уже не использовать. Да? Пена говорит о том, что просто-напросто сколько там вот этих вот пектина, сколько такой нежной клетчатки, которая... Ну, на самом деле пена очень вкусная. На самом вот, деле. Очищает наш организм и еще там какие-то сахара. А вот это вот пигменты, которые содержатся, они чистят кровь и печень, чтобы вы знали. Ну вот сколько, хотя бы раз в день, да, делать такой сок себе? Если человек тренируется, то, естественно, вот такой бокальчик бы желательно после тренировки выпивать. Почему? Потому что потренировался, с потом вышли там и необходимые организму микроэлементы и прочие биологически активные вещества, то еще поделим. Чтобы их восстановить. Да, шикарно. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Геннадий Петрович. Так, кстати, эта вода не задерживается в организме, она проходит через организм и выводит все лишнее. То есть она нас снабдила и не вызывает там ни отеков, ни подтеков, ни еще чего-нибудь.
Да вот что вы скажете насчет выносливости? Как выносливость спортсмену повысить? Я как бы традиционно думаю, что это только за счет тренировок. Вот я занимаюсь боксом, но сейчас уже на таком, на совсем на любительском уровне, но тем не менее, если я пропустил там месяц тренировок, то я потом, мне очень тяжело. Вот можно это, допустим, я не тренируюсь, поддерживать это, допустим, там, питанием, не знаю, каким-то там дыханием. Здесь задача подразделяется на несколько составляющих, а именно выносливость действительно, как и другие физические качества, там сила, гибкость, они зависят от тренированности человека. Человек должен тренироваться. Если он не тренируется, организм, как правило, сужает свои возможности до тех движений, тех усилий, тех временных напряжений, которые вот он делает повседневно. Mm-hmm. То есть, если он лежит на диване часа три, то зачем ему выносливость? Да, зачем ему выносливость? Точно. Вот, поэтому здесь необходимо заниматься. Но следующее, все физиологические реакции у нас лучше всего протекают в среде, которая более чистая. Если имеются какие-то шлаки, человек ест не тот. То есть здесь очень важно понимать, что сама по себе пища является балластом. Она может просто-напросто балластом быть, который ты должен тягать. Угу. А может быть это живой вес. Угу. Живой вес это совсем иное. Так же? То есть 10 килограмм жира, это вот балласт. Да. А представьте себе, в 10 килограммах жира еще шлаков, которые организм туда напихал. 20 килограммов, да. Да, зачем это надо? Естественно, организм сразу снижает свои вот эти вот все возможности. Как только мы с вами водичку почистили в организме с помощью соков, с помощью питания, у нас сразу же только за счет этого выносливость возрастает и держится на хорошем уровне. И плюс мы еще добавляем это, и получается великолепный результат. И, кстати, я помню... То есть надо все-таки следить за питанием, за тем, что мы пьем, едим, как бы это тоже все повышает выносливость. Соль лишнюю не надо, да? Соль лишнюю не надо. Здесь очень важно привести пример. А именно, вот алмаз и уголь, они состоят из углерода, элемента. Но алмаз имеет энергетику и светится, а уголь в виде углерода, он, увы, ничем таким не обладает. Он просто-напросто черный. Mm-hmm. То есть для того, чтобы человек имел хорошую энергетику, он свои вот эти все структуры должен приблизить к алмазоподобному состоянию. И тогда на нем он выдает то, что надо. Если хорошая аллегория. Если же вот эти полупроводники, смотрите, они плохо проводят ток. Вот, посмотрите, мы можем сделать, по которому проводник, по которому течет ток. Это, допустим, железо, это медь, это серебро, это золото. И оказывается, наиболее лучше, вроде как по платине он идет. Mm-hmm. Поэтому наша задача сделать платиноподобное тело. Тогда она будет хорошо пропускать энергию, не знать усталости и двигаться вперед. Mm-hmm. Поэтому надо соблюдать питание. Mm-hmm. Питание должно не обременять организм. И мы подошли к очень интересным таким вещам. А что такое вообще тело? И что такое пища? С позиции вообще жизни, с позиции здоровья. Оказывается, вот она, душа, это такая духовная субстанция, которая воплощается и делает под себя тело. Душа будет жить в Московской области. И значит, все растения, которые выросли в Московской области, там зверюшки и прочее, они, поедая растения, а растение выросло на почве, которая здесь, на освещенности, которая в этом регионе, и так далее, на климате, оно впитало все себе эти составляющие. Угу. Животное тоже впитает все составляющие. И когда мы питаемся продуктами с этого региона, мы строим тело, которое приспособлено
Лучше всего проживать в этом регионе. А когда мы бананы едим оттуда, там, допустим, еще какие-то вещества там отсюда, у нас получается тело мы строим под Америку, под Африку, под Индию или еще что-то. Средиземноморье. Да, а как же здесь вот эти все влияния климатические? И тело становится чужеродным и начинает болеть. И нас тянет на юга. Нас тянет за границу, полежать в Турцию. Поэтому, чтобы этого не было, постарайтесь хотя бы, ну, основная база пищи да. была основная. Из этого. Тогда вы станете частицей этой среды, и как частица этой среды, идеально в нее впишетесь и болеть не будете. Как просто. Да, здорово, это здорово. Да. То есть здесь должна прослужиться логика. Ну да, потому что мы живем в этом климате, а едим те продукты, допустим, то мы к этому климату оказываемся не приспособлены, и поэтому часто болеем. Почему нам хочется сала зимой? Потому что, оказывается, сало зимой, в первую очередь, соль разогревает, второй жир меньше тела высыхает, больше она защищает нас от мороза, поэтому нам хотим этого, не хотим. Зимой хочется сала с горчичкой, с хреном. Съели и нормально. Попробуйте на бананах там продержаться зиму сурового. Наоборот, ну да, да. И совершенно верно, когда мы бываем там в южных странах отдыхаем, то сала не хочется. Разу не помню, что мне там захотелось сала. А здесь, наоборот, да. хочется сала. Где-нибудь в Испании, да, или в Средиземноморье. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч!